С рабочей поездкой на север Ставрополья отправился губернатор Владимир Владимиров. Он проверил результаты работы госпрограмм в небольших поселениях. Одной из точек стало село Кивсалавы в Патовском округе. Там на базе 9-й школы открылся один из первых в крае центров образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». Еще по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» для учреждений построили новую котельную и купили автобус. Уже в Петровском округе глава региона посетил музей села Гафицкого. Здание 30-х годов недавно капитально отремонтировали. Провели все работы благодаря программе сохранения и развития культуры. По словам Владимира Владимирова, все территории должны пользоваться мерами господдержки. Нужны следующие планы. Нужно продолжение всех этих программ. Сегодня городская среда, вот мы смотрим на спортивную площадку. Конечно, нужно развитие. Нужна детская площадка, нужен какое-то небольшое ядро для занятий там, тяжелыми видами спорта, то есть с уличными тренажерами. Это дальнейшее наше решение, которое мы должны принимать и поддерживать. В первой школе станицы Ессентукской ремонтируют спортзал. Сейчас там меняют полы, двери и окна, проводят отделочные работы, сообщили в региональном министерстве образования. Также обновляют сантехнику в раздевалках и спортивный инвентарь. Работы проводят по краевой госпрограмме развития образования. Завершить реконструкцию планируют к началу нового учебного года. В селе Величаевском продолжается капитальный ремонт участковой больницы. Там уже обновили полы и потолки, заменили окна, двери и инженерные коммуникации, сообщили в региональном Минздраве. Сейчас проводят отделочные работы в помещениях. Также закупят современное оборудование. Ремонт проходит по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. В Кочубеевском округе завершается капитальный ремонт 4-километрового участка трассы Родниковский-Георгиевская-Беломечевская. На отрезке обновили покрытие проезжей части, заменили водопропускные трубы и установили знаки, сообщили в региональном Миндоре. Сейчас там укрепляют обочины и наносят разметку. Работы проходят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».